Добрый день, меня зовут Никита Белых, мне 30 лет. В 2016 году я закончил ГИТИС, актерский факультет, мастерскую Алексея Бородина. И после этого работал в театре, даже в театрах, в театре Никитских ворот и в театре Наций. Но была пандемия 2020 года, и после этого я перешел полностью на фриланс. Важно сказать, что с детства я занимаюсь современным танцем, и даже какое-то время я занимался им профессионально, но сейчас я больше танцор на пенсии, но это не мешает мне реализовываться как хореограф-постановщик и делать спектакли в театре. За свою небольшую карьеру я успел поработать с такими режиссерами, как Жаник Фазиев и Андрей Джунковский, и успел сыграть главную роль в нескольких короткометражных фильмах, значимые роли второго плана в сериалах и полнометражных фильмах. Чаще всего меня зовут на роли, это парадоксально, на хитрых и коварных подлецов, таких наивных, добрых простаков, так и на роли неких интеллектуалов, там, молодых ученых, аспирантов. Если говорить по навыкам, то я хорошо пою, баритон-тенор мой тембр, также я хорошо катаюсь на сноуборде и скейтборде, несколько раз прыгал с парашютом, и сейчас я активно увлекаюсь скалолазанием и акробатикой. Спасибо за внимание.